На сегодняшний день в районе активными темпами продолжается уборка пропашно-технических культур, подготовка почвы и сев озимых и зимующих культур. Главная задача фермера – вовремя закончить все сельхозработы, пока позволяет погода. По Кашхабскому району уборочная площадь кукурузы составляет 8627 гектаров. Убрана кукуруза на площади 8050 гектаров. Уборочная площадь подсолнечника составляет 7780 гектаров. Уборка этой культуры полностью завершена. Урожайность кукурузы составляет 43 центнера с гектара. Подсолнечник убран с урожайностью 14 центнеров с гектара. Площадь, отведенная под сев озимых и зимующих культур по району, составляет 17 100 гектаров. Посеяно на сегодняшний день 14 350 гектаров. Пожелаем нашим фермерам успешно завершить осенне-полевые работы.